Now here's Craig to tell you all about what's coming in iOS. iOS 18 is a big release that delivers more ways to customize your iPhone, stay connected, and relive special moments. Всем привет-привет! Продолжаем WWDC 2024 iOS 18. iOS 18, iPhone 13 Pro Max. Резервную копию, к сожалению, я не сделал. К большому сожалению, резервной копии у меня нет. Apple Intelligence не работает на всех iPhone до 15-го. Начиная с 15 Pro, это будет работать. Ну что, поехали, пройдемся. Вот сразу бросается в глаза что? Apple ID переименовали в аккаунт Apple. То есть Apple аккаунт. Но все переименовано. Каждой настройке, куда бы мы не зашли, есть описание. Еще до конца не переведено. Но это впереди. То есть есть плашка с описанием. Сотовая связь, например. Например, вот режим модем. Каждый раздел, за исключением некоторых, вот именно основные разделы, они с описанием. Пойдем дальше, ребята. Дальше у нас новый центр управления. Да, друзья, центр управления поменяли. То есть, как показывал нам Крейг Федериги на WWDC, можно сделать так, можно сделать так. То есть вот, свайп вверх, вниз, а можно сделать вот так вот. Как по мне, это глоток свежего воздуха, можно вот так вот разместить, можно менять размер, группировать значки так, как удобно вам. То есть нету никаких ограничений. Добавить элемент управления, то есть полностью автономный центр управления. Можно добавить секундомер, можно QR-сканер добавить. Вот, да, допустим, секундомер. Мы можем его поместить вот так. Можем сделать вот так. Можем сделать вот так. И как мне кажется, он не ограничен. Давайте голосовую запись еще. И еще что-нибудь добавим. Короткую заметку, пожалуйста. Или вот темный режим. И давайте еще что-нибудь. Посмотрим, ограничен или нет. Нет, ребята, он не ограничен. Он совсем не ограничен. Мы сохраняем свайпом вверх. И вот у нас что получается. Здорово придумали. Молодцы. Классно. Вот вам звонит человек, и вы можете записать разговор. Apple добавила в iOS 18 call recording. То есть можно записывать разговоры. Очень давно это существует на андроиде, но применяются сторонние программы. Как я знаю, на iOS не было нормальной программы для записи разговора. Здесь теперь это присутствует. iMessage, как и в macOS Sequoia, давайте в 19.16 отправим. Функция «Отправить позже». На iOS 18. Отправить. Ждем минуту. Ну, не минуту, меньше. Сейчас будет 19.16 и сообщение отправить. То есть это прекрасно все работает. Я решил проверить, как это на самом деле. Что это может быть. Будет ли это удобно. Мой друг, как обычно, подопытный. Приложение фото. У нас получила редизайн. Кстати, мы можем заблокировать любое приложение в iPhone. Нажав и долго держать, если приложение, если нажать и долго держать. То есть вот, оп, до менюшки. Запрашивать Face ID. Например, давайте приложение здоровье зажмем до менюшки. Оп, можно увеличивать приложение у нас, то есть где это доступно. Вот нету, делать из них такие виджеты, из самих приложений. То есть, если мы возьмем музыку, давайте вынесем ее сюда. Тут можно тоже
Оп, и у нас виджет. С виджетом можно взаимодействовать. То есть вот, нажимаем и воспроизводится. Прямо на виджете можно нажимать. Также, давайте найдем пустой экран. Давайте переместим, возьмем вот эти вот игры. Вот, про что хотел сказать. Вот. То есть, мы собираем эти приложения. И приложение может гулять по любому месту экрана. То есть, вот, оп, 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 оп. Пароли сюда. То есть, можно один тип приложений, например. Я сейчас сделаю, попробую на ваших глазах. Раз, два, три, четыре. А вот с этой стороны уже то, что самое нужное. Все, сохранили. То есть в любой части экрана теперь можно это сделать. Появилась новая папка «Скрыто» в библиотеке приложений. Открывается она с Face ID. Можно скрывать приложение. Только как это делается, я еще не понял. Вот то, что можно их блокировать, это просто замечательно. Также приложение «Пароли» отдельно. Значит, у нас это все есть. Пройдемся по калькулятору. У нас также калькулятор. То есть такой же калькулятор. Немножко цифры изменились, стали жирнее. Гораздо жирнее. У нас есть вот такой вот списочек наших действий. То, что мы делали. Результаты все записываются. Дальше. Так же, как и на Mac. На macOS 15 Sequoia. На iPad. Научный калькулятор. Математические заметки. То есть, вот заметки в калькуляторе, это ноу-хау вообще. Давайте. 20. Короче, 205 умножить на 5. И сразу появился результат. 1025. -20 185. Готово. То есть вот у нас вчера, сегодня. Также преобразовать. То есть конвертер валют в калькуляторе на iOS 18. И также вот валюты, площадь, угол, температура, даже время, ребята. То есть единицы измерения. Итак, one more thing. Это самое-самое, что ни на есть. То, что мне вот понравилось. Очень. За центр управления Apple большая благодарность. Но. Та-дам. То есть значки у нас стандартные меняются. Когда у нас включается темный режим, у нас автоматически наши значки тоже меняются. Привет, Android. Это интересно. Это крайне интересно. Далее. Что еще? Можно по цвету ваших обоев сделать значки. То есть именно по цвету обоев. Давайте возьмем обои. Какие-нибудь новые обои возьмем. Давайте эти вот. Оригинальные. Вот. Изменить настрой. Выделение цветом. То есть можно вот так менять. Все цвета радуги, то есть полная палитра. Также можно затемнить фон. Также значки крупные и мелкие. Кому как удобно. И выбрать цвет, исходя из наших обоев. То есть, допустим, что он не особо хочет сейчас. Это бета-версия. Подождите секундочку. Это бета, все в порядке.
Вот. То есть мы выбираем цвет этих самых значков. У меня перезапустился. Господи, перезапустился в этот самый iPhone. Сейчас позапускаем эти приложения, чтобы они здесь были. Очень жестко лагануло. Apple, прошу вас, сделайте с этим что-нибудь. Так, настроить. Оп. Вот так. И у нас поменялись цвета. Очень интересно, на мой взгляд. Может, кому-то тоже это понравится. Safari улучшили. В Safari у нас появились вот такие вот предложения. То есть, где мы уже были, заходили. Улучшился в Safari режим чтения. Найти на странице можно. По тексту. Дальше. Перевести можно страницу полностью. По-моему, ну это было раньше, но не на видном месте. Управлять расширениями Safari тоже можно. Прямо отсюда. Меню страницы. Закрепить вкладку. То есть все здесь у нас. Теперь новая кнопка. Шрифт страницы. Менять можно. То есть очень даже интересно. Например, режим для чтения. Давайте включим. О, скрыть панель инструментов даже можно. То есть, очень интересное обновление. Я думаю, мы простим Apple за то, что у меня немножко лагануло. Может, не только у меня. Редизайн почты будет? Пока нету. Вот с какими устройствами совместимо iOS 18. Есть некоторые ограничения. Apple Intelligence будет работать, начиная с iPhone 15 Pro и выше. Все то, что до 15 Pro, увы и ах. Но и так очень много всего. Мы с вами, я так думаю, что увидим еще искусственный интеллект. Может, на уровне облака он будет, как Apple заявляла, на серверах. И можно будет воспользоваться им на старых iPhone. Если ролик был полезен и понравился, был интересным, поставь лайк, напиши комментарий. Тебе не сложно, а для меня это мотивация регулярно делать новый контент. Спасибо всем, пока, до встречи в новых роликах.